забивать ворот соперник. Вот у нас сейчас находится заводящий нашей трибуны. Этот заряд у нас называется дождем. Мы сейчас хотели бы вместе с тобой и вместе со всеми его воспроизвести. Все подняли! Руки, руки, руки! Вот ребята уже, наверное, вновь прибывшие поняли, в какую команду, ребята, вы попали. Не побоюсь этого слова, с многовековой историей и с многолетней историей победителей, за которую болеют... Самые лучшие болельщики в мире! У нас еще очень много зарядов, но самый любимый заряд, вы его сегодня уже слышали, который мы исполняем в те минуты, когда наша команда забивает гол в ворот соперника. Хочется нам всем пожелать, вообще всей команде, всем нам, чтобы этот заряд мы слышали как можно чаще и желательно вообще во всех матчах нового сезона. Вот. Ну и, ребят, в честь вас бы мы тоже бы были не против это заряжать. А давайте сейчас мы это сделаем, только сегодня в Чернигово там тоже какое-то мероприятие проводится. Давайте сделаем так, чтобы они нас услышали и поняли, что в пятницу им будет непросто.